Конечно, но как-то без огонька прокурор выступил. Его текст можно любую фамилию, мне кажется, подставить. Там ни одного факта не прозвучало, который бы меня лично характеризовал. Только какие-то шаблонные дежурные фразы. Ну нельзя так работать представителю вообще федерального надзорного органа. Поэтому прошу сделать, наверное, выводы на будущее, что если приходите поддерживать сторону обвинения, ну надо хотя бы материалы изучить и что-то по существу вопроса сказать. Все.